כי אני ראיתי מפתחות, היה בדלת בצד בפנים. ואני לקחתי זה מפתחות ושמתי בארון שיש על יד דלת. בסדר גמור, תודה רבה. טוב, ביי, להתראות. אוקיי, ביי. На иврите, а в акцент будет пол. Мы покажем свой район. Да. А, вот это улица, которая идет прямо в центр, да? Это наш район, где мы купили квартиру. Ага. Тоже тут такие красивые домики, интересные вообще. Район называется Рамат Рабин. То есть здесь, ну как бы район посвящен Ицхаку Рабин, ага, которого убили, это премьер-министр. А он здесь жил в Крыме или как? Не, он жил в Тель-Авиве, но этот район посвящен ему. То есть это был самый популярный премьер-министр Израиля, который, ну как бы в мирных договорах, он как бы примирял здесь всех, арабов, евреев, и его за это евреи убили. Застрелили его. Новый, он расстраивается, да, еще. Все больше и больше становится этот район. Тут в основном евреи, да, живут? Да. Тут только евреи. Только евреи. Да. Это ж не Акко, здесь нету арабов. А, здесь арабы не живут. Это чисто еврейский город. Та же самое, как и на Арии. Есть города здесь в Израиле, где смешанное население. Ну, Хайфе, да, там много. Хайфе тоже смешанное, да. В Иерусалиме. Но я... такие города это чисто еврейские. Я когда был в Хайфе, я увидел, сколько там домов, квартир закрытых, просто пустых стоят. Я говорю, что они стоят еще 48-го года. Какая квартира 67-го? У нас в спальном районе? Это спальный район, короче. Тихий. Вот наш подъезд. Вот подъезд, да. А вот квартира, вот. Но мы еще сюда не вселились, мы только купили ее. 16-й дом, да? Да, 99-го года. А вот наша, это, как это называется? Гина. Вот. Ну, это гина, как бы. Это, ну, это как бы сад. Веранда. Да, такая, да. Как, а это домик для... Для внуков. Типа халабу, да? Да, да. Уже готовый, да? Надо, чтобы они сами ее строили. Там внутри бассейн. Такой. Здорово. Слава Богу, благодарю. Да, так это чудо такое, квартира с такой этим... Мандаринами. Мансандр, или как еще называли? Ну, по-израильски это гина. Гина, да. Гина обозначает сад. А второй этаж, это там же кто-то живет, да? Да? Да, это как бы карка называется. Угу. То есть квартира на первом этаже с выходом на улицу. Угу. Ну это не так много таких квартир видишь здесь. 1 000 000 шекелей. Не, в смысле, в дом, возле домов таких квартир не так много. Вот не во всех домах такие выходы есть. Там внутри в этом есть мандариновое дерево, слива. Слава Богу. Господь благословляет. Да, слава, ой, слава тебе, Господь. Это без кулька собака. Ну, здесь есть, может, потом смотри, на первом этаже здесь, ага, есть. Ну, небольшие вот, такие. Но да. Небольшие. А там... Ну, это значит, квартира намного дороже, чем на втором и третьем этаже уже, да? Из-за этого. Конечно. Очень красивые домики современные. Ой, район, как Ты снимаешь? Да. Снимаем на память. Во славу Божью. О, наша. Че, какая? Оттуда что? Ребенка, да. С нашего подъезда. А Игорь жил в этом доме. Да, снимал. А Игорь в этом доме снимал. Квартиру. На съемке.